Приветствую всех настоящих и будущих студентов, а может быть даже тех, кто закончил данное учебное заведение. Ну а мы, как полагается, записываем уже 15-ю серию Sims 3 «Студенческая жизнь». Или университет, как кому больше нравится. Друзья, ну что у нас было в прошлой серии? А да ну нафиг, не хочу я говорить, что было в прошлой серии. Мне уже, если честно, язык в мозолях весь. Давайте просто начинаем играть. Что ж, я думаю, если кто смотрел прошлую серию, знает, что наш Ким отправился на занятия. Так что здесь ничего удивительного нету. Но знаете, что самое удивительное? Что этот засранец каким-то образом уже уснул. Что не похоже вообще на него никаким образом. Если честно, они сидят, как будто им шею свернули. Уж простите меня за сравнение. Как вообще Ким может наш ботаник спать на парах? Ты чё там, я не пойму, с девчонками что ли развлекался или что? Ладно, запускаем. Запускаем серию. Чем наш Нед занимается? Он у нас все кажется... Он у нас все танцует, что ли, до сих пор? Уже 2 часа без остановки. А, нет, все. Говорит, наскучила ты мне, девушка. Все ноги оттоптала, мозоли вообще уже ужасные. Так что я, наверное, пойду домой тебе подальше. А то ты, чувствую, меня вообще инвалидом здесь оставишь. Собственно, когда у нас на занятие-то? Через 16 часов, да господи, нам вообще, можно сказать, халява полнейшая. Ну, давайте закажем какую-нибудь закуску, шоколадный кекс, нормально, пойдет. Девчонку, можешь угостишь свою. Ну, не свою, подружку свою там. Так. А тем временем наш Ким спит, да? Нет, я думаю, так не пойдет дело. Это совсем последнее, как говорится, дело, чем можно заниматься в университете. Давайте лучше поболтаем с нашими корешами. Вот, все, иди сюда. Хватит. Хватит тебе, как говорится, задницу просиживать. Пошли лучше лясы точить. Это куда интереснее. Будем, как говорится, контакты налаживать. Смотри, тем более, сколько всяких тут парней да девок красивых, да не очень. Давай быстрее сюда иди. Ну вот, сейчас придет нас. Придет наш альфа-самец. Сейчас разгонит всю эту шушеру. Так, ну смотрите, вот какой-то лысый парень. Давайте-ка к нему, хотел сказать, подкатим меня, поприветствуем. Произведем на него впечатление. Произведем. Ну давай попробуем. Ох, лама какая симпатичная, ох. Хотя, если с такой стороны смотреть, это вообще ужас какой-то. Я, если честно, обсирался бы, уж простите меня за такой разговор. Но это ужас какой-то. Посмотрите на ее челюсть. Вот это ужас. Ладно. Что у нас тут с пирожным? Как у нас вообще дела на свиданке? Так, а ты чё? Ты чё бросил девчонку-то? Она куда делась? А она стоит такая, ничего себе. Он жрет пирожное, она стоит себе в уголке. Да, платьишко. Хотя нет, это не платье у неё. Да, платочек теребит, да? Ну ладно, хорошо, покушали, да, мы? Ну, а кстати, вот подожди секундочку. А это у нас кто такая? Секунду, давайте приблизим, приблизим. О, господи, нет, она какая-то немножко сдвинутая, так что-то ладно. Ладно, тогда... Она, кстати, нам друг, да, уже получается? Ну, давай, соседи по комнате, что это? А, пожалуйста, нет, это не то. Пригласить болтать. Вот, посидим, поболтаем с тобой, девчонушка. Так, что у нас, Ким? У нас... А, он все, отлично, он нас произвел впечатление на этого громилу, да? Ну, давай, еще поболтаем тогда с тобой. Соседи по комнате, пожалуйста, на соседа по комнате. Потом посплетничаем, а соседи по комнате, потом еще дружелюбно вызвать на викторину, как говорится, немножко покичимся своими навыками, чем не навыками, а своим знанием, познанием в чем-то, да, в чем-либо. О, у меня такой сосед вообще, он мне надоел, он постоянно что-то там ночью, понимаешь ли, ладно, не, ладно, это плохая шутка, не буду говорить. И что, вы хотите сказать, что он опять спортсменом стал? Ну, ёшкин кот, да ну нафиг, ну... Ну, что за фарс, я не пойму, что за фарс, не может быть он никаким спортсменом. Не, конечно, может быть его накачают там стероидами, что он там бычара был, почему бы и нет. Так, ну что, так, вызвать на викторину, ну давай. Ну, унись, здоровяка, ты куда пошел, я не понял. Унись, здоровяка, как говорится, своими знаниями, задави его. Смешно, скорчить рожу. Потом, что у нас еще есть, D5, дружелюбно, восторгаться комиксами. Ну, вот так, давай. Запускаем. Скорчить рожу. Ну, давай уже быстрее. Что ты так только медленный-то? Ой, все, идите нафиг. А, вот, все пошло. Так, я не понял, а почему наш Нед, что?
Ты не хочешь... Как-то у вас разговор-то не заладился. Вы что-то сидите, как первоклассники, друг на друга смотрите, не понимаете, что от вас надо. Как говорится, цветочки в руках теребят. Не, платочки, точнее, что я сказал. Так, поговорить о дожде, ну там, что еще? Узнать, как прошел у нее день. Ого, она у нас уже подруга, ё-моё. Попросить персонажа посетить курс, рассказать друзьям о своей крутости. Да блин, опять эта ерунда какая-то. Потом льстить ей. Ну, и что еще? Дам-дам-дам-дам-дам. Может быть, учиться вместе? Давайте попробуем. Хоть она и не ботаник, но... Ну, не знаю, кстати, она как-то не в моем все-таки вкусе. Так что да, максимум, что мы с ней будем делать, это только учиться, не более того. Что? Что, почему невежливо? Ты что ему договорил, идиот? Ты его там опять своими таблицами Менделеева, что ли, закидал, а? Ты что? Ты обидел здоровяка? Я не понял. Ну что случилось-то? Почему ты, вот почему думаешь, что он идет себя невежливо? Так, что у нас с навыком обаяния? Да секундочку. Так, обаяние на третьем уже навыке, да? На третьем ранге. Что у нас, кто-то еще у нас здесь есть? Давайте вот с этой познакомимся, девушкой. Произвести впечатление. Ну, давай попробуем. Все, ты мне наскучил, мы пойдем к другой. А сейчас соблазним ее своими сандалиями. Заправленными с торчащими белыми носками из них. Так, ну опять же, тут какие-то у них совместимые характеры, да, получается, что? Ну ладно, раз такое дело, потом смешно показать видео с котиками из интернета, смешно пошутить профессорах, ну нормально, все, пока что хватит, я думаю, и этого. Так, что? Стать лучшим другом. Ну, давай, пускай станет лучшим другом. А это не понял, ты что? Репетиторство. А кто кому репетировать-то будет? Я не понял. Уроки репетиторства давать. Ну, неужели вот этот вот оболтус будет кому-то давать уроки репетиторства? Я не поверю ни в раз. Ну, не знаю. Вы что-то вы меня путаете, не понял, господа. Это не может быть такого вообще абсолютно. Кстати, нам надо со своим братцем пообщаться, потому что он уже у нас... Хотя хороший друг, ну ладно тогда. Так, ну и как это вообще хоть выглядит? Просто они что-то тычут пальцем, да, и что? Это вы проверяете, что ли, или чего? Так, ладно. В общем, я смотрю, наш Ким немного избавляется от клише ботаника, да, и становится уже таким, я бы сказал, ну не то чтобы светским львом, но, по крайней мере, уже свободно себя чувствует в обществе, да, девушек. Ну, расскажем анекдот, давай. Я думаю, хватит тебе уже, как говорится, болтать, а то ты уже совсем, как говорится, все стереотипы рвешь. Я уж не хочу, чтобы наш ботаник был круче, чем наш сорвиголова братец. Все, иди домой, хватит с тебя, потому что ты мне что-то начинаешь уже конкуренцию составлять нашему брату. А этого я не допущу, так что иди в комп, сиди задроть. Все, на то мы порешили. Так, а что у нас, кстати, и что, вот смотрите... Ничего себе! Мне репетиторство или я репетиторство даю, и у меня еще навык, что ли, понижается? Да что за бред? Я не пойму, зачем тогда это вообще надо? Блин, идиотизм какой-то полнейший, а? Ладно, романтично. Давай просто хотя бы, давайте узнаем, есть ли у нее пара на всякий случай, да? Романтично, знак зодиака, и романтично хвалить внешний вид. Давай. Давай. Ну быстрее уже, господи. Да что? Ну ты не сочиняй, ты прям перед ней стоишь, ты что? Тебе нужно... Ой, ё-моё, она что, куда-то собирается идти или что, я не пойму. Почему ты не можешь к ней подойти? Ой, ты же вот напротив неё, да пошёл ты нафиг, а? Я вообще не перестаю восторгаться игрой Sims 3, какая она сырая, недоделанная, спустя уже 5 лет, или даже больше. Ну что, привет, друг... Ох, ё-моё, ну это кто такая? Ё, вот это формы, да... Блин, она же нашего Кима, наверное, в 3 раза шире. Особенно в нижней части, в средней части корпуса. Так это вообще, простите меня, разрыв шаблонов. Ого. Ну, у него, в принципе, да, разрыв шаблонов уже получился. Смотрите, что с ее майкой сделалось. Офигеть, блин. Вот это жесть. Ладно. Так, быстрее, куда бежим? Быстрее, конечно, на кухню надо спасать запасы еды. Быстрее, где? Подать ужин. Я не понял, а что у нас, совсем еды, что ли, нет? Взять ужин, взять ужин. О, что-то совсем все плохо, кажется, да? Съесть остатки. А, ну вот, бутерброды с тофу у нас кто-то там приготовит, наверное, мы даже. Блин, такую бабищу я давным-давно не видел. Это, может, мамка кому приехала или чего? Ох, какая дочка, у тебя дом хороший-то, а? А кухня-то, наверное, на загляденье вообще.
Так, ладно. Чистить набор тумбаретка. Ну давай почистим потом набор. Вот это, скорее всего. А почему изучать устройство? Это же. Я думал, это набор тумб. А, вот, почистить, все, ладно. Что? Ну, конечно же, им нужно быстренько сделать нужду, справить нужду, да? Кстати, как там у нас это с нашей подругой продвигается? Ага, ну, в принципе, да, хорошая подруга. То есть, еще пару действий, и уже мы будем точно друзьями. Так, стой, ты где там пропала? Из виду, ты пропала у нас из виду. Позвать. Где позвать? Танцевать, романтично. О, так, спросите, если пар, теперь, надеюсь, получится у нас. И, кстати, нам надо бы, скорее всего, уже пойти в качалку, то что мы давно не ходили. Ну, и, наверное, бы в качалку сходить, а потом начинать уже развивать свой навык писательства, потому что нам хотя бы, ну, 1-2 уровня точно надо получить, потому что, ну никак вот. Давай. Ну, цвет моих очей, скажи, у тебя, есть ли у тебя... Твой спутник по жизни, избранник, так сказать. Ну? Конечно же нет. Так, по секунду, я не понял, а что? Безнадежный романтик? Да, ну конечно же, все. То есть, мы ее, как говорится, склеим быстро. Смешно? Ой, нет, не смешно, романтично. Узнак знак зодиака. Давай посмотрим, что там у нас романтично. Хвалить внешний вид. Ну, и обнять эротично, в принципе, нормально. Ну? Знак знать. Она, кажется, не понимает даже наши намеки. Дева. Узнает на это, что дева. Но у них как-то не особо вроде бы, да, совместимые знаки. И чё, ты куда ушла-то? О, ей, видимо, есть пошло. Ох! Какие корыстные женщины пошли, а. Что-то им от нас не понадобилось, так они сразу от нас и уходят, ё-моё. Так, ну что? Ты, как говорится, полностью доволен своей жизнью, да? Да, он, кажется, полностью доволен. Через 10 часов, да? Отлично. Ну, во-первых, тебе что нужно? Конечно же, нужно справить тебе нужду по-быстренько в этом замечательном туалете. Да. И потом, в принципе, тебе надо бы еще принять душ, да, напоследок. И ложись спать. Нет, спать в кровати нет. Здесь будет Нет спать, а ты будешь вот здесь вот спать. Все. Место для ботаников, одноместная кроватка. О, как раз вот как в детстве у тебя было, как ты привык, все. Теперь это всю жизнь такая будет твоя кроватка. Ну что у нас там этот с нашей подругой? Ну, нам не абсолютно не нравится этот, конечно же. Нет. Естественно, я с ней не собираюсь уж точно никакие отношения строить. Так, чисто узнать, что да как. Легкий флирт, я думаю, никому не повредит, и ничего в этом предусудительного точно нету. Так, ага. Похоже на тенор. Пара будет... Да что? Вы что придумали? Я не понял. Какая пара? Я не пойму. Я просто ее похвалил, ее внешний вид, и, подумаешь, обнял. И что в этом такого здесь? Я не пойму. Ладно, давайте быстренько с ней сдружимся, да? Расскажем ее, и все. И потом забудем про нее навсегда. Дружески обнять, потом дружелюбно листить, потом еще что? Дружелюбно болтать о былых временах. Ничего себе, о былых временах. Они знают друг друга один день, они уже о былых временах хотят поговорить другое. Что у нас еще? Посоветовать, пригласить, рассказать друзьям, рассказать историю, знать, как прошло учиться вместе. Рассказать историю, давай вот так вот, и познакомиться, ну это бред, и болтать, все, и что? Восторгаться, ком... ну все, давай, запускаем. Ох, ничего себе, о, ничего, какой жирный, ё-моё, жирный потларь ужас какой-то, а, позер какой-то настоящий. Ладно, что наш Ким? Ну, Кима все, в принципе, да, нормально, он сейчас примет душ, да спать уляжется, и да... О, ну у него вообще все, в принципе, клево, он, как говорится, идет к своей цели, да? Листить, у тебя такие шикарные вьющиеся волосы, прям вообще шикарные, да? Ну, конечно же, я так не думаю. Так, давай, что у нас? Хорошая подруга, нам надо с лучшими, да? А помнишь, как давно, день назад, мы с тобой познакомились, тогда был солнечный день, я к тебе такой подошел, девушка, не займете ли мне 15 центов на туалет, а то сейчас я обоссусь прям здесь. А ты такая, да, конечно, забирайте, мне не нужно, только отойдите от меня, а то я вызову полицию. Ну хватит уже, ё-моё, у меня уже фантазия заканчивается, ты что-то про свою кровать говоришь, ему говоришь. Так, ладно. Что? Да, все, мы, в принципе, все отлично, да, выслушать болтовню. Как-то раз я такая вышла на ночью, смотрю на небо, там такое созвездие медведицы, созвездие ковша, да, я тоже бывал, иногда смотрел в детстве на небо.
А я тут такая смотрю, видишь, падающая звезда. Я такая желание загадываю, чтобы мне встретился такой хороший же человек, как и ты. И кажется, желание исполнилось. Да, это так и было, так и было. Мир тесен. О, что-то как-то недолго болтает, я уже не могу. Вы не созданы для того, чтобы заслужить уважение спортсменов. Пошел ты к черту, понял? Уважение спортсменов. Да ну тебя нафиг, а? Так, лучшими друзьями мы до сих пор с ней не стали. Ну что ж ты такая, а? Ладно, еще. Фу, дружелюбно, рассказать анекдот. Что еще у нас есть? Дружеские обнятия. Еще что у нас тут? Что у нас еще не использовано? На несправедливость профессоров дать 5. Все, я думаю, теперь у нас хватит. И черт возьми, нам валить уже надо. Все, хватит с ней уже лясы точить, потому что мы опять нахрен не выспимся, и совсем будет плохо для нашего здоровья, успеваемости и прочего. Хотя про успеваемость даже и речи не шло. Ну, промотаем давайте, я уже не могу, если честно, надо смотреть. Ну, быстрее. И, друзья, не прошло, как говорится, и 2 дней, ну, и мы стали, наконец-таки, с этой Норой лучшими друзьями. Все отлично, теперь наша, как говорится, мечта сбылась, и теперь я, как говорится, спокоен. Давайте теперь отправимся домой. Нас, кстати, уже даже выгнали из кафе, потому что вы что, блин, бичи делаете здесь? Уже 6 часов подряд сидите здесь, стоите, лясы точите. Вы чего там, совсем, что ли, наркоманы? Дома, что ли, нету? Так. Все, проматываем сейчас быстренько, пока что, потому что идти все равно неинтересно это. Ну вот, как по часам наши друзья встают уже, как говорится, с первыми птичками. И, как говорится, ринутся в бой, да? Так, быстренько пописаем, примем душ. И, ну, я понимаю, да, ты не выспался, но что поделать? Надеюсь, эта толстуха не сожрала все припасы. Ну, черт! Она здесь зависала до 3 часов утра. И, конечно же, она все сожрала. Ё-моё! Вы не подумайте, что я так предвзято к толстым, а то, что я просто как бы роль отыгрываю этого, нет, так что все в порядке. Так, подать вафли. Ой-ой-ой, мы уже не успеем, да? Мы уже не успеем. Блин, хреново. Что этот парень с пробором делает на голове? А, ему-то нормально. Ему, в принципе, еще не скоро, да? Относительно не скоро, да? Вставать. Ну, да, еще нормально пока что. Так. Это мы все знаем, это даже не интересно. А наш Нет уже не успеет даже поесть. Ну, ё-моё, совсем скатились уже. С этими, конечно, девчонками ужас. Вот времени не хватает ни на что другое. Приходишь в 3 часа всегда, блин, ночи. Ладно. Ох ты, это что за парочка там такая? Негр в очках с белой девушкой спит. Ну что за... И что, в раскладном каком-то... В раскладной кровати ужас какой-то. Проматываем быстрее. Уже времени. Ты поди уже опаздываешь. Ой-ой-ой-ой. Все, надо... Надо быстрее идти уже. Это он уже, получается, прогуливает, да? Нет? А, не через 1 час. Нормально еще. Все, давай, мистер розовые тапочки. Быстрее, вперед уже. Обычное усердие. Нет, пообщаемся. В принципе, нормально, да. Конечно же, никакого усердия мы не будем точно прилагать. О, этот уже что? Этот встал уже? Ничего себе, он позже встал, уже там. Ну, господи, истинный ботаник, а. Как говорится, со всей ответственности подходит к учебе. Ого, так он уже все. Он уже учится, а обычный усердь нет. Конечно же, упорно работать. Ясно, понятно. Так, что у нас здесь? У него все, в принципе, не... Да, все, сейчас начали повышаться навыки. Что этот делает? Что наш Ким? Нет, точнее, перепутал. Общаться, да? У него, в принципе, сейчас посмотрим. Ой, ну пока что все плохо, ладно, ничего, не поел, душ холодный, жизнь говно. Ну ничего, мы исправим это дело. Друзья, ну и, к сожалению, мне пришлось заставить нашего Нета упорно поработать. Но, к сожалению, это ни к чему хорошему-то, в принципе, никаким видимым результатом хорошим не привело. Так необычно видеть студента, который действительно интересуется обучением. Продолжайте в том же духе. Так в каком в том же духе? У нас совсем все дерьмово, к сожалению. Через 2 часа. Так, я не знаю, что нам. Нам нужно срочно поесть. Я не знаю, мы, в принципе, должны успеть. Нет, скорее всего, мы уже не успеем, так что нужно свалить в какую-нибудь столовку. Где она, где наша... Где еда? Кафетерий? Ну, вот в кафетерии, например. Кофейня, жареное зерно. Вот, давайте, нормально, в принципе. Ой... Никогда Нет, конечно, так... Так, Килпатрик не пришел в восторг с Нуга-сюрпризом совсем. А, Нуга-сюрпризом, вот что. Ну ладно, ничего страшного. А что, где этот Нет? А, он уже... Ким, точнее.
Он куда он? Куда он пошел, не понял. А, ну у него уже сразу, что ли, еще второй? Ух ты, ё-моё! Прям в лифчике ходит, на его занятия, офигеть. Так, у него уже сразу, что ли, какое-то... Ага. Ясно, понятно. Ладно. Что там у нас у нашего нета? Так, через сколько у нас тут? Ё-моё, уже что ли? Блин, ну как так-то быстро все прошло? Неужели за 30 минут нельзя дойти до кофейни, что-нибудь там быстро съесть? О, фак. Блин, друзья, придется все-таки немного приложить нашему нету усилия, потому что если он не возьмется, сами знаете, что будет. Ох, ничего себе! Вот это бега просячий, блин, офигеть, ё-моё, во сколько здесь набилось-то. Но, кстати, здесь-то можно схалявить немного. Ну и чё? И чего, мы что, не можем, что ли, опять пройти? Да ну нафиг, а! Чё теперь из-за глюка в игре я пропущу занятия? О, господи, как меня это накаляет ужасно, реально, вот такой бред. Они... Ой, это чё за... Я не понял, чё за клон такой, один в один? Да что такое, уже два раза подряд видел этих клонов. Что с этим, с нашим скимом? Ты, он что-то тошноту, что-то он съел не то, блин. Ага, тебя что-то накормили там, значит, плохим, да? Но зато у него как с учёбой-то? О, у него все отлично, ну и ладно. Потерпит. Что наш этот, нет? Ой, ну слава богу, хоть зашел, хоть дали зайти, и то радость. Радость, полные штаны. Все, пропускаем пока что. Ну вот, друзья, мы наконец-таки окончили эти курсы, но, к сожалению, кажется, нет, все-таки нам еще придется еще 2 часа этих мучений как-то выдержать. В принципе, у Кима-то все отлично, да. Но совсем плохо, к сожалению. Так, ладно, пускай он туда пойдет. Сейчас не время посещать курс, ну ладно. Ну, совсем все плохо у нашего нета, что у него еле как поднялась полоска, а успеваемость, но это совсем ненадолго. Бодрости 0, досуга практически нету, питание с ума сойти. 22 часа уже сильного переутомления. Ё-моё, ну хотя бы я не знаю, дружелюбно... Подожди, упорно уже что ли, не понял? Так быстро? Ё-моё, ну все тогда давайте вперед. Вперед, 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 вперед. А теперь уже какой корпус посещать надо? Ё-моё, сколько здесь корпусов, я офигеваю. Я думал, здесь только общак, только много, здесь еще столько всяких разных университетов или корпусов, я не знаю, тут... Офигеть. Друзья, ну наконец-таки закончилась эта каторга в виде посещения университета. Нас, если честно, вы сами, может быть, можете посмотреть, что это просто какой-то ужас. Кстати, когда нам через... Блин, и завтра, и послезавтра еще придется и посещать занятия. Блин, это, конечно, сумасшествие какое-то. Ладно, потрепанные, уставшие, но придется идти домой уже, однозначно, я не знаю, хотя бы до дома-то мы точно дойдем, если, конечно, не уснем. У нас, конечно, уже у нас и бессонница практически, и сильный голод, и переутомление, я не знаю, как вообще здесь, он еще с ног не повалился, ему. Так, ну вот, все, наконец-то мы добрались до дома, и какой-то придурок опять спалил оладьи, даже 3, точнее 2, офигеть. Вот какого черта 2 раза подряд мы портить, вот, все, ладно, к черту. Вот, мы поедим, хотя бы на третий раз у толстой бабы получилось что-то сделать. Что, поговорить о садоводстве? Что, ты совсем, что ли, постарел за эти пару дней? А о садоводстве говорят только старперы только говорят о садоводстве. Ты что? О, господи, вы меня не перестаете удивлять. О каком садоводстве вообще идет речь? Может быть, садоводство, в смысле, там они выращивают траву какую-то там, я не знаю. Это еще тогда может быть... Это вообще может быть тогда. Ладно. Нам кто-то звонит, да? Ага. О, это же наша Билли Джин. Ё-моё, это же наша любовь, да, вроде бы? Любовница, ну да. Нет, ну я как-то с ней абсолютно не хочу даже разговаривать, так что ничего страшного, мы ее немного проигнорируем. Ё-моё, быстрее ешь уже. Так, что у нас быстрее? Досуг, ладно. Досуг потом воспомнить. Сейчас нам нужно срочно спать уже. Срочно спать. Где наша кровать? Вот. Все, спим, как говорится, сном младенцем. Что? Чувствует обиду. Что такое опять? Что ты им наговорил? Поговорить о компьютерах? Но все-таки Ким почему-то... У Кима получается лучше общаться все-таки с девушками, нежели с парнями. Ладно, хватит, поболтаешь туда пару минут. И давай тоже быстренько что-нибудь перекуси. Да, перекусывай что-нибудь. Ну, быстрее ешь уже, так, где взять тарелку? Вот, все. И потом, что у нас, естественно, нужда, все, гигиена. Ну, придется опять вас в душ пустить. В душ давай примем душ. Хотя, не-не-не, я даже так хочу сделать. Пускай этот
сопляк, он что сделает? Он у нас немного подкачается. Давай вот так вот. Попробуем накачать мускул. Ну а почему бы и нет? Попробовать, как говорится, никогда не поздно, да? Что у нас делать? Ой, да плевать, мы воспользоваться. Все, без разницы. Все, быстрее, иди лучше и даже об этом не парься. Давай, быстрее, быстрее. Я думаю, хорошая, как говорится, физическая встряска, нагрузка не повредит никому, так что Ким, может быть, даже и, как говорится, немножко отдохнет от учебы, потому что вечно заниматься только ей совсем тоже можно с ума сойти ему. Но на эту, конечно же, это не повредит. Ох ты, ё-моё, это что за танцор диско такой, а? И штаны еще такие с 70-х, господи. Ладно. Ну и что? О, господи, я вообще первый раз-то в игре вижу в спортивной форме. Ну ничего себе! Вот это поворот! Ох, ты еще и зеркало есть, чтобы смотреть на свои результаты. Сейчас такое еще около зеркала будет крутиться. Минут 20 покачается, еще 5 часов будет крутиться вокруг зеркала, посмотрит, выросло у него там что-нибудь или нет. Ну давай, о, вот это да. Поднимает уже 2 шплашки по 5 килограмм. Ну, хоть половиночку выжми, ну давай, друг, ну давай, давай, я тебя верю, у тебя все получится. Ну, 3-4, ну хоть перед девкой, о, уж звонят, кто-то звонят, нет, мы не будем отвлекаться, давай, еще немножко, еще чуть-чуть выжми, блин, тебе кажется, это совсем еще не скоро получится у тебя даже первый ранг получить в карьере, точнее, не в карьере, а... В навыке спорте. Ну давай хотя бы перед девчонками, твой стимул хоть какой-то, чтобы был у тебя. Так, до 2 часов, а потом он уже все-таки не выдержит, да? Ну давай, чувак, еще 2 часа осталось. Ты, может быть, сможешь. Может быть, сможешь, а может нет. Так. Не понял, а что такое? Поздравляю, Ким выполняет задание изучения такого количества черт характера не прошло даром. Откройте журнал навыка, чтобы получить подробную информацию о награде, которую получит Ким. Так. А чего я не пойму? Он вроде вообще ничего не делал, он просто сидел, качался ему. Что за бред? Не пойму. А, представительно обаятельные люди изучили достаточно количество черт характера своих знакомых не менее 50. С ним легко и приятно общаться. О, блин, ну вообще. Что-то я из него сделал совсем не того, кого нам нужно. Так, ну зато... Ух ты, ё-моё. Зато у нас... Ким... Ой, у нас уже нет знаменитости. Это уже лучше. О, давай. Я хочу прям посмотреть, как наш парень, как говорится, поднимется... С колен. Ну, давай, будет гонять потом всех спортсменов до бунтарей вместе взятых. Вот, черт, нет, все-таки сегодня не получилось у нас так быстренько. Ну ладно. Я думаю, в следующий раз точно получится. Давай, что у нас тут? После. Надо быстренько тебе, конечно, душ принять. Давай. В туалет бы воспользуйся. И. Ох, такие девчонки. Ну, сейчас как раз как говорится, покрасуешься. Похвастаешь своей физической формой перед дамами. И спать надо, потому что совсем уж плох через 16 часов. Давай. И где-нибудь, где ботанское место покажет, ты еще ботан, ты будешь здесь спать. Потом уже посмотрим на твое поведение. Друзья, что подумал-то? Надо, скорее всего, это, конечно, очень весело, да, но придется нам уже помаленечку закругляться. Я думаю, уже сколько? Уже 28 минут практически записываем, так что можно и заканчивать. Я надеюсь, было интересно, хоть чуть-чуть весело даже, ну, в этом... Я не сомневаюсь. Конечно же, если кому понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну и что еще? Ну и, наверное, спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока.